Время, наверное, 4:30 вечера. Мой Ореша возвращается с плавания. Наконец-то я его увидела. Вода супер, теплая. Ну как, расскажи. Вода горячая, далеко идти, пляж ушел весь. Вот сегодня с утра был, вот тут вот пляж начинался. Вода, да? Ну да, вода. Вода ушла вот отсюда, теперь вот. Уходит, да, отлива тут. Ну, да. А я тебе снимала. Снимаю. Ореша. Это не ты был. Тут мужик идет. Во-первых, не видно, солнце садится. Ну как? Тепленькая. Супер, вообще горячая вода, горячая. Я главное тоже... сейчас пока не обгореть. Да, ну уже сейчас сегодня не обгоришь, да, мне сейчас. Кажется. Ага. Да, уже мне все. Каждый раз так говоришь. Нет, ну солнце прям... уже все низко. Так, пойдем креветок возьмем, рыбу сейчас закажем. Ты думаешь, а может ужин них... будем хороший какой-то брать? Чем мы в море продолжим? Да нет, я что-то хочу. Ну это креветки, это так, с пивком попить.